Всем привет, с вами Андрей Сонар, и только что закончился весенний бот-парад. Ежегодное мероприятие, которое устраивает питерский клуб рыбаков. Я только что поучаствовал в этом мероприятии, прошел его на нашей супер-чудесной лодке «Красный дракон 700». Почему он 700? Потому что он 7 метров в длину. Что это за лодка? Это фактически развлекательный рафт для покатушек. Можно коммерческих покатушек, можно индивидуальных. Самое главное, он выглядит прикольно. Он безопасен, он очень хорошо идет по воде. И в отличие от буксируемых подобных аттракционов, он самодвижущийся. Туда подвешивается обычный лодочный подвесной мотор. В данном случае у меня Suzuki 9.9. И он прекрасно под этим моторчиком самостоятельно идет. Очень непростую дистанцию бот-парада он прошел вообще замечательно. Там единственное, иногда брызги сверху залетали, который нос отбивал. А так вообще все прекрасно. Многие, кто его видел, говорили, что «О, большая парусность!» На открытой Неве был приличный ветер. Лодка шла как по струнке. Никакого влияния на курс его большие оконечности не оказывали. Я вписывался в любой поворот, проходил любую арку небольших мостиков. С управляемостью вообще все замечательно, хотя он является плоскодонкой. Но, тем не менее, там на днище сделано несколько интересных решений, которые позволяют добиться курсовой устойчивости практически как на килеватой лодке. Ну теперь, друзья, давайте посмотрим кадры прохождения бот-парада. Погнали! Хорошо! Мы последние. И вот бот-парад стартовал. Мы в шестой группе в самом конце. Так, 6-3-то вы впереди должны быть. На протяжении маршрута будет очень серьезная волна. Нас всех зальет, забрызгает. Но у рафта сделан туннельный самоотлив, поэтому это не страшно. О, волна. Вот эта волна уже нормальная. Так, тут что, ДТП? Все на... Вы, да, водно. Ну что, продолжаете? Все нормально? Одна. Ну вот под мостами самая жесть всегда. А нос-то отбивает. О-о-о. Ну вот, друзья мои, застряли немножко в пробке, которая тут образовалась. Видать, там разруливают какую-то ситуацию, прохождение каких-то узких мест. Пока все идет хорошо. Места с самой жуткой волной. Дракон прошел вообще на ура. Ну, не самое жуткое. Самое жуткое будет где-то в районе Фонтанки. Но одно из таких вот серьезных мест — это прохождение перед стрелкой Васильевского острова. Вот прошел вообще великолепно. Прохождение мостов. Как я люблю эти места. Волна со всех сторон. Огромная. Главное, чтобы они не тормозят. Ну, ёпарасы-то. Как раз на вал надо взойти и не тормозить.
Ну, такое очень живописное место, Петропавловка. Очень широкая здесь часть Невы, поэтому здесь не только волновой нагрузки, но и ветровой мы подвержены. А 7 метров дракона – это не какая-нибудь маленькая лодочка. Небольшой заторчик вызван тем, что сейчас вся колонна буквально по одному поворачивает на Фонтанку, и там это все надо делать медленно, аккуратно и печально. Ну вот, друзья, проходим под Троицким мостом. Дальше прижмемся к правому берегу. Ну а потом зайдем в Фонтанку. А вот тут начинается маневрирование. Лучше не прижимайтесь, сейчас хвост у меня выносит. Сейчас хвостом задену. Все волны заперты между двумя стенками. Будет отражение от стенок. Лодку будет кидать влево, вправо. Подходим к Коничковому мосту. Невский проспект. Мы его пройдем сегодня. Еще один раз. Сейчас туда, а потом, по-моему, по каналу Грибоедова обратно. Так, просачивайтесь на свое место. Хорошо пошло. А сейчас мы входим в Крюков канал и пойдем, я не знаю точно, наверное, до канала Грибоедова, а там уже по нему. Потому что могут быть варианты и через Мойку.
заметно подкрались к Казанскому собору. О, вот там, где низенький мостик-то будет, вон где рогами цепляться будем. Проход лодкам запрещен. Это значит, что под этот мостик не каждая лодка влезет. Сейчас посмотрим, влезет ли дракон. Ура! Вижу свет в конце тоннеля! Ура! По идее, да. Маломеры всегда уступают. Вот на такой волне тут кастрюльки тонули. Ha ha ha!
Ну вот, друзья, и завершается маршрут бот-парада. То, что было круто, это, можно сказать, ничего не сказать. Просто супер! Дракончик наш явно порадовал многих. Хороший дракончик получился. И по ходовым качествам великолепен. И выглядит тоже неплохо. Волну держит. С управляемостью все более чем в порядке. Хотя у меня были определенные сначала сомнения, как поведет себя на такой суровой волне плоскодонная лодка. Отлично ведет, отлично управляется. Для лучшей управляемости сделана кое-какая небольшая хитрость на донышке, но все равно лодка-то плоскодонная. И как обычно, после завершения бот-парада начинается его самая интересная гастрономическая часть. Говорят, тут вкусная каша. Сейчас пойду тестировать. Эх, и вкусная была каша. Жалко, мяса не очень много. Ну и на этой позитивной ноте, я думаю, закончить репортаж. Все было очень классно. Уже начинаю ждать следующего сезона, чтобы также в строю единомышленников прокатиться по Неве, по Фонтанке, по каналу Грибоедова. Это просто чудесно. С вами был Андрей Сонар. Всем пока. Небольшие хитрости, которые позволили абсолютно плоскодонной лодке идти как килеватой. Очень важная вещь, то что плавники должны стоять не вот так, а только по центральной линии, по оси. Только тогда управляемость будет прекрасная. Если будут стоять плавнички по краям, то на поворотах будет закусывать, и ничего хорошего не выйдет. Дракончик греет брюшко. Если это брюшко, то что ж тогда вот это?